Тра-та-ти-да-да-та. Да где же эта чертова метка? Тра-та-ти-да-да-та-и-да-да-ти-да-да-та-и-да. Я же помню, я же сам ставил. Мне понятна твоя вековая печаль. Тьфу ты, придется снова траекторию рассчитывать. Беловежская пуща. Здравствуй, Паша. Ты чего здесь делаешь? Да вот, опять демократию зачищать будем. Заранее готовлюсь, чтобы не говорили потом, мол, армия долго раскачивалась. Бронебойным туда, зажигательным сюда. Что значит зажигательным? Зажигательным снарядом. Что-то я не пойму. Ну, бывает простой снаряд. Ну, совсем простой. Как я. А бывает, знаешь, такой зажигательный. Зачем туда снарядом? Да опять она плохо себя ведет. Кто? Ну, и это Дума. А мы ее раз, и демократия торжествует. Да она теперь не здесь. Кто? Демократия? Да не демократия. Дума не здесь. А здесь кто? Здесь мы. Ой-ё, а я чуть был боеприпас не потратил. Это вообще что? Постановление Думы. Не понял. Этого никто не понял. Это значит, вроде как крутим кино в обратную сторону? Ага, назад в СССР. А вот что мы, значит, там среди зубров подписывали? А это признано недействительным. То есть, вроде как ничего не было? Выходит так. Очень хорошо. А я, стало быть, снова президент этого РСФСР? Его. А живем мы, значит, в Союзе Советских? В нем, по самые уши в нем. Надо бы Ландсбергеса обрадовать. Кого? Ландсбергеса. А президентом здесь получается... Он самый. Не дай бог узнает. Я люблю тебя, жизнь. Добрый день. Не уверен, понимаешь, что он добрый. А мне нравится. Весна, солнышко светит. Но я вижу, вы сегодня не в духе. А весне мы с вами в другой раз. А сейчас чемоданчик передайте, пожалуйста. Какой чемоданчик? Ну, такой, с красной кнопочкой. Я вам подержать давал, помните? Только не нажмите случайно, знаете. Чемоданчик я, значит, отдам, а кнопочку оставлю себе. А я скажу так, мы должны оставаться в русле демократических процедур. Вот и оставайтесь. Ну, знаете, народы обновленного союза, в котором мы с вами теперь снова живем, будут разочарованы, если придется силой власть отбирать. Так что давайте поищем вместе консенсус. Мне кнопочку, а вам гарантии неприкосновенности, пенсии, автомобиль, дача, охрана тоже. Вам одного охранника хватит? По-моему, достаточно. Позвольте трубочку. Завидова с Барвихой надо освободить к воскресенью. Зачем? А мы будем восстанавливать историческую справедливость во всей полноте. Алло, Геннадий Андреевич, зайди ко мне. Генеральный секретарь говорит. Какой секретарь? ЦК КПСС. А, вот так. Угу. Раз уж история повернулась, раз история предоставляет нам такой шанс, уж в этот раз мы союз обновим, так обновим. Вызывали? Вызывал. Спасибо, значит, за помощь в восстановлении. Пожалуйста. Мы здесь в Политбюро ценим республиканские кадры, знаете. Вот есть мнение, что они должны расти как можно быстрее. Ну, правильно. И поэтому мы решили тебя послать. Послу. Куда? Ну, я думаю, в Израиль. Почему в Израиль? Понятия не имею. Просто такое сложилось мнение, что тебе нужно именно туда. На самый трудный для тебя участок. Я языка не знаю. Язык послу нужен только для того, чтобы вылизывать коллегию МИДа. Этому учится быстро. А... Б. Удачи тебе, Геннадий Андреевич. До свидания. Ну вот, в целом и началось.
Вот это значит, она и есть. Ага, значит так. Отсюда туда, оттуда сюда. А как у нас с деньгами? У нас хорошо. Да нет, я в смысле, чтоб танкистам заплатить. Они ж у меня сознательные. По парламенту за даром не стреляют. Сообщение о восстановлении Советского Союза вызвало живую реакцию во всем мире. В Белоруссии народные гуляния, в Таджикистане джихад, Прибалтику приняли в НАТО. Всю? Вместе с Калининградской областью. Но это же Россия! Это СССР. Это теперь НАТО. Надо срочно связаться с обкомом. Пробовали, не получается. Почему? Трудящиеся Калининградской области обрезали провода и на хорошем немецком языке попросили больше их не беспокоить. Дальше? Дальше больше. Инициатива Российской Думы по восстановлению памятников политической старины поддержана в Европе. Австрия потребовала обратно Венгрию, Германию, Эльзас и Лотарингию. У кого? У Франции. А французы? Французы, раз такое дело, хотят Алжир. А Алжир? Алжир ничего не хочет. Там так жарко, что все желания пропадают. Ну вот. А Румыния говорит, раз пошла такая пьянка, берем себе Молдавию. Тогда Турция говорит, руки прочь от Молдавии, Молдавия наша. Здорово, мужики. Извините, я. У вас что, у всех мозги медным тазом накрывались? А в чем, собственно, дело? Кто придумал возвращать history назад? Ну, мы. Вот и принимать беженцев. Весь американский народ, плавать Атлантике больше нет никаких силов. Не понял. Вы объясните, пожалуйста, по-русски, в чем, собственно, ваша проблема? Они нас гнать в три шея. Кто? Индейцы выгнали нас из United States. Эти индейцы выкупили обратно за 30 баксов Манхэттен и сажали весь американский народ на корабли и говорили: «Янки, go home! Плывите в своя Англия обратно!» Вы, значит, не туда попали. Здесь у нас не Англия. Но в Англию нас тоже не пускали. Почему? Там теперь Римская империя. Shit! Ну, не надо, знаете, нам подбрасывать. Надо, нет. Надо. Таких реалий, извините, нет. Есть. Есть такой реалий. Есть, my dear friend Michael. Суд на Гага признавала решение о распаде Римской империи юридически недействительно. Ну, этого не может быть. Может, really, может. Документов о распаде нету. Совсем? Nothing. Ни одного. Why? Почему? Потому что варвары не умеют писать. Щит. Еще Маркс предупреждал, что мир погубит невежество. Мир погубят кретины. Кретины не кретины, а все готово. Танки стоят на охотном ряду имени товарища Маркса. Экипажи заряжают боекомплект и ждут письменного приказа. От кого? Да хоть от кого. Главное, чтоб потом история не осудила. На большой срок. Сейчас узнаю. Ну, что там еще? Это Казань. Кто? Из Золотой Орды. Кошмар. Спрашивают, когда приезжать за Данию.